Юху! Наконец-то я вернулся домой к своим слаймикам. Сейчас соберу фруктики, покормлю своих спиногризов. Ох, сколько здесь сердцевёклы. Ребятульки, что у вас тут есть, что поесть-то? Мясо, фрукты, фрукты, вот вам грушавник, пожалуйста, кушайте. И заберу здесь плорт. О, 72 плорта, у меня даже не вместится. Ребята, как вы тут живете? Красавцы! Плорты... Пепел сжигаете, мора изводите, печки работаете. Так, подождите, у вас же трое было. А, вот, вот еще один где спрятался. Смотри-ка, я когда плорты сдаю, у меня иногда плорты за двойную цену продаются. Смотри, вот тут вот сейчас за монеткой. Опа, 152, это моти мне прибавило за стоимость продажи. Круто! Еще моти давай. Моти. О, моти, да ты щедра. Фух, ну наконец-то. Все загоны почистил, плорты собрал, слаймов покормил. Можно теперь отдохнуть. Пойдем посмотрим, что там Боб нам написал. Что за письмецо? Так, звездная почта, Боб. Привет, привет, курицы. Привет, курицы, курицы, привет, Боб. Курицы. Это типа курицы это мы, что или как? Это, походу, Боб сошел с ума. Ладно, а знаешь, что еще? В премиальном клубе у нас были вот обновления зарослей. Давай купим их. Благо, у меня денег сейчас достаточно. Еще я также могу купить цветность, но это мне пока как-то не интересно. Все, возвращаемся на ранчо. Посмотрим, что там за заросли у нас появились. Че, ты видишь заросли? Я не вижу заросли. Где они? Фиг пойми. Непонятно. Ладно, давай попробуем ответить на скайп. У нас тут есть возможность поговорить с кем-то. Привет! О, Боб! Куры! Куры! Боб, ну боже мой, что с тобой? А, ты посмотри, это же слаймы, слаймы в человеческой одежде, вон же видно даже по ним. Так, понятно, слаймы хотят куриц. Благо у меня много куриц, пойдем сейчас разберемся с ними. Так, кто там нужен-то? По-моему, это каменистый и обычный. Три каменистых и 7 обычных. Обычненькую забираем. Так, вот, пожалуйста, вам 7 обычных. А это, по-моему, знаешь, это не каменистый все-таки. Да, это не каменистые. Это какие-то забугорские, надо их найти срочно. А, точно, это тернистые курицы. И, по-моему, они обитали в лесу. Тернистые. Надо бы сгонять туда. Ого! Ты посмотри, как здесь красиво-то стало. Вот они, где заросли-то появились. Блин, а тут круто. После апгрейда. Красотища-то какую я купил. Офигенно. Ладно, пока мне не до них. Эй, тернистые куры, 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 куры. Где же, вон там, не тернистая или курица? О, курицы плавают, нифига себе, я даже не знал. Так, это каменистая, каменистая, блин, тернистый. Вот она, вижу тернистую, моя курица, отстаньте все от нее. Разбежались, вон они сверху появились. Так, ловлю, 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 моя курица. Фух, да здесь опасно, этих куриц, где вы? Так, есть еще одна, сейчас всех собираю. Есть! Тернистые курицы есть, теперь можно возвращаться домой. О, колобок. Колобок, клубок заберу с собой заодно. Фух, ну наконец-то прибежал. Тихо. Где мой клубок? Вы чё? Да ладно вам. Чё я без клубка телепортируюсь? Неужели его тащить до дому придется? Ну капец. Дорогу, дорогу клубку. А то задавлю. А ну разошлись, быстро. Уры, 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 уры. Я добежал. Фух. Так, надо быстренько. Боб, ты еще здесь? Огонь, 26 минут еще было. Сдаем ему тернистых куриц. Юху! О, плорт, какие интересные. Ну-ка. Что это за... А, это огненный плорт. Все понятно. В принципе, ничего нового не дали. Пока что квестов больше нету. Ладно, клубок, где ты? Надо отдать тебя вот этим вот слаймикам. Эй. Чуваки, я вам как бы игруху притащил. Чё вы там увидели? А, вы за фосфорными наблюдаете. Ну, понятно. Давай-ка зайдем в магзик для апгрейда. Посмотрим, что у нас там есть. А у нас там есть слайма-ключ за 25 тысяч. Нетушки, спасибо, он мне пока не нужен. Текст, что у нас тут в лаборатории вообще есть? Значит так. Бур для продвинутых. Покупаем. Пасека для продвинутых покупаем. Голубой телепорт. Покупаем. Короче, все покупаем, чтоб все у меня было. Тратим просто. Ну вот, все куплено. Бабочки. Давай теперь посмотрим, что мы можем сделать. О, смотри-ка, смотри-ка. Еще можем взять квестик. Ну давай попробуем. Так, выбери хозяина раньше. Огден Ортис.
Тора Вест. О, кстати, мне про Огден Ортис писали в комментариях, что он может мне что-то дать интересненькое. Давай-ка с ним поговорим. Я работаю над новой рецептурой, поможешь мне? Да без проблем. Чё надо? А, морковки и пугафрукт. Сейчас принесем. Ресурсы собраны, давай-ка мы их отдадим. Ой, приборщил, кажется. Сейчас соберу. И морковочки 3 штуки. А, подожди. Это не морковка, это значит пастернак. Точно! Воу, 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 куча всего вывалилась. Квестов больше нету, и нам что-то там на почту пришло. Пойдем глянем, что там. Что там за звездная почта? А, пишет Огден Ортис о том, что мы завоевали его доверие, и в принципе он готов с нами сотрудничать дальше. Огонь, хорошо. Посети убежище Огдена. Опачки. Так, а где убежище Огдена? Стопы, стопы, стопы. А, во-во-во, смотри, смотри, смотри. Куда-то туда надо. Сейчас-ка мы поедем на ферму Огдена. Крутяк. Чё же ему там нужно помочь сделать? Поехали. Воу. Во-го-го, круто. Убежище Огдена. Так, а дальше я туда не могу пройти. Меня не пускает. Круто, тенечка. Я даже здесь раскрас могу сменить, смотри-ка. Хопа. Огден, сорян, я перекрасил тебе дом. Надеюсь, ты не обидишься. Блин, ну прикольненько, прикольненько. Болотице тут у него нормальное такое. О, я сюда могу? Нет, пока не могу. Давай, короче, с ним по скайпу поговорим. Прием, прием. Эй, Беатрис, спасибо за то, что пришла в мое убежище и выслушала мое предложение. Итак, за дело. Я построил это место отдыха несколько лет назад. Потом я понял, что оно находится по соседству с группой островов, населенных саблезубыми слаймами. Я назвал эти острова дыбрами и после их разведки открыл их настоящий секрет. Редкий фрукт кукадабу. О боже, что это за фрукт? Что такое кукадабу? Ты не знаешь? Это, пожалуй, вкуснейший фрукт во всей известной нам вселенной, которому просто нельзя противостоять. Ну хорошо, многие говорят, он на вкус как пропавший сыр, но они ошибаются. Короче, я стал одержим кукадабой, но я тут же поймал себе на мысли, что я уже слишком старый и медлителен, чтобы рисковать. Понимаешь, дебри — это дом для полчищ одичавших слаймов, потомков древних саблезубых слаймов, которые когда-то охотились в этой местности. Сбор кукадобы опасен. И здесь дело вступаешь ты. Я с удовольствием награжу тебя за сбор этой невероятной кукадобы. Просто положи этот фрукт в дистанционный обмен, и мы будем в деле. Собери достаточно кукадобы, и я начну поставлять тебе мою секретную волшебную смесь для твоих земельных участков. А также я буду платить тебе кубиком своего собственного пикантного тофу за каждые 3 кукадобы. Что? Каким кубиком? Я активировал у себя в убежище телепорт в дебри, и ты им можешь пользоваться, когда пожелаешь. Только имей в виду, эта телепортационная связь немного глючит. Так, ага, то есть я еще могу куда-нибудь не туда зашвырнуться, да? Ты не всегда будешь телепортироваться в одно и то же место. И тебе каждый раз надо будет искать работающий телепорт для возвращения. Это глюк, я знаю. Просто будь готова к этому. О, ну вот, все не так-то просто, как кажется. Ладно, хорошо. Вот она, смотри, кукадоба это выглядит как. Так, где этот телепорт? Пойдем-ка. Фух. Ну что ж. Новый мир, новые фруктики, новые слаймы. Фух. Ну все, я вроде готов. Понеслась. А, Ребята, тихо. Какие вы саблезубы, какие вы зубастые. Милый, упал. Блин, опасненько здесь. Ай, опасно, очень опасно. Так, саблезубики, подождите. Блин, вы везде здесь, вы просто окружили меня. Тихо, вот это что за плорт? Саблезубый плорт, отлично. Или как минимум его потомок. Круто, у меня есть саблезубый плорт. Надо вот это тоже собрать. Надеюсь, я смогу их отсюда вынести и скрестить у себя дома. Так, нужно найти кукадобу. Опачки. А вот и вары появились. А ну, вот так вот. Быстренько с ними разобрались. Ну что ж, пойдем искать кукадобу. Здесь реально нужно быть очень-очень аккуратным. Иначе... Так, это обычный или нет? Саблезубый бабах, ларго! Блин, они такие бешеные просто. Ребята, тихо. Эй, саблезубы, а ну отошли. Отошли, дайте пройти. Дайте пройти папки. Папки слаймоведу. О, молодцы. Аккуратненько проходим. О, смотри, котей саблезубич.
саблезубой котей. О, кукодобу! Кукодобу берем его быстренько! Есть! Только сумасшедшему придет в голову собирать эту штуку! Ай-яй-яй-яй! Да-да-да, я сумасшедший! Я сейчас передумал быть сумасшедшим, я сейчас так отхватил, а ну, проваливай. Фух, это было больно. Здесь, конечно, очень красиво, но дикарских... Ай! Но диких слаймиков ларга здесь очень много. Так, во, кукодобу еще собираем. Это что, это пропавший кукодобу? Да, это пропавший кукодобу. Погоди, а это, по-моему... Да, это обменник. Дистанционный обменник. Сейчас мы это все... Что-то не сдается. Что-то не работает. Как быть-то? Может, сюда надо плорты сдавать? Нет, ничего не работает. Что же такое-то? Слушай, дружище, ты же мясоед, да? Сейчас мы попробуем покормить. Может, успокоишься, будешь добрее. Так, ты стал добрее. Чувачок. Эй. Да, вроде бы, смотри, какой няшный, когда добрый. Добрый, ай. Добрый старикан саблезуб. Просто милашечка. Да, милашечка. А теперь иди купнись. Нефиг было меня бомбить. Где же у нас еще кукодобу? Да блин, этих варов здесь просто бесконечное число сейчас будет плодиться. О, смотри, что я там увидел. Это же клубок. Клубок из кукодобы. Прикольная штука. Жалко, я ее отсюда не вытащу никак. Опа. Не понял. Что я сделал? Прикинь, я туда игрушку эту закинул, и она выплюнула мне много кукодобу. Вон еще один клубок, смотри. Давай-ка его заберем. Опа. А, это комок грязи саблезубого слайма. Понятно, они же едят кукодобу. Короче, это саблезубый помет. Вот. Это как у коровы, коровья лепеха, только вот саблезубская. Перерабатывающую машину. Вот так вот. И... Ловим, ловим, ловим все. О, тайничок. Ну-ка, давай откроем. Надеюсь, там что-нибудь интересненькое будет. И лужайка дикой травы, блин. Дикая неукрощенная растительность. Я, блин, себя чувствую какой-то коровой. Почему мне все время какая-то трава в этих сокровищницах попадается? Так, что у нас тут? Ничего новенького, ничего интересненького. Ага, вон вижу еще одну какашулю. Сейчас я ее схвачу. Опа. Закидываем. Сейчас, ловлю, 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 как в баскетболе ловлю. Ага, нашел телепорт, но не работает. Блин, блинский, надо искать другой, значит. Как мне отсюда выбраться-то? О-о-о, смотри, сколько там саблезубов злых. А слышал, как они урчат? Сейчас попробую тебе показать. Эй, саблезубы, урчите. Ай, не надо. Какая красивая светящаяся пещера. Офигеть. О, слышал, рявкнул как. Не ори мне в ухо. Я у тебя кому грязь забрал, все, давай, покеда. Фух, успел убежать. Нет, не успел, иди искупнись. Да что ж такое, как вас здесь много-то. Не урчи на меня. Вот, еще один телепорт и не работает. Блин, походу я здесь застрял. Где же работающие телепорты? Последний комочек помета. И я думаю, что все. Есть, все поймал. Еще три кукодобы я могу с собой максимум взять. И все, в принципе. Мой контейнер забит. Нужно искать телепорт. Где телепорт, блин? Так, я еще вроде бы на этих островках не был. Может быть, телепорт где-то здесь? Ты видишь телепорт? О, да! Моя логика не подвела меня. Блин, 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 блин. Рюкзак закончился, чуть не утопился. Это был бы вообще фейловый фейл. Наконец-то возвращаемся домой. О, а нет, еще не домой. Так, чувачок, тебе нужно было 75 кукодобы. Блин, а у меня всего 50. Ладно, сдаю, сколько есть. Ну вот, еще осталось 25 где-нибудь найти и смотреть, сколько он мне пикантных тофу надавал. Это, короче, еда. Пикантный тофу, полностью сыт не будешь. Ну вот, что это за тофу такое? Интересно, его слаймы любят? Давай пойдем проверим. Опа! Да! Саблезубы плорты телепортнулись вместе со мной. Отличненько, значит, в следующей серии мы будем разводить саблезубых ларга. Вот. Ну, а сейчас я хочу попробовать скормить пикантное тофу какому-нибудь слаймику. Слаймики, держите. Ну, вроде едят, слушай. Ну,
Не особо им так это в радость, но в принципе едят. Ну и хорошечно. Значит, есть кому скормить. По крайней мере, розовые всеядные. Ну что ж, на этом серия подошла к концу. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик под видосик, а также комментосик. И не забудь подписаться, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующих крутых видосиков. Ну а я с тобой прощаюсь. Тебе удачки, пока и до нового видосика. Ребятки, держите топу, сегодня гуляем, потопимся.